пожалуй, главное место, где можно почувствовать себя в ритме жизни современного мегаполиса. Каждый день, вот уже 30 лет, люди доверяют ему самое драгоценное – время, будущее и свою жизнь. Мы проведем ночь в подземке и попытаемся ответить на самый главный вопрос – как работает одно из лучших творений инженерной мысли и почему, находясь в нем, мы ощущаем себя в полной безопасности. С точки зрения пассажира, метро – одно из быстрых и доступных транспортных средств на Земле, точнее, под землей. С точки зрения науки, это высокотехнологичная система транспортного сообщения, подчиняющаяся законам высшей математики. За последние несколько лет самый восточный в Российской Федерации метрополитен пережил глобальную модернизацию. Реконструкция и обновление вагонопарка, изменение интерьера и экстерьера станции, переподготовка кадрового резерва и, конечно же, совершенствование систем контроля и безопасности людей. Но обо всем по порядку. Кажется, после того, как подземка проводит последнего пассажира, здесь погаснет свет и метрополитен погрузится в глубокий сон. Однако все как раз наоборот. На станциях и в тоннелях начинается другая жизнь. И сейчас вы ее увидите. Посторонним вход воспрещен, но сегодня для нас сделали исключение. Сердце станции, центр, где каждый сантиметр платформы как на ладони. Моя работа заключается в том, чтобы контролировать движение поездов, безопасность перевозки пассажиров, обеспечение культуры обслуживания пассажиров, выполнение работниками станции своих должностных обязанностей и выполнение технологического процесса работы. Чтобы компьютеры, движение поездов и система безопасности работали как часы, им необходимо питание, независимый и автономный источник. За этими дверями главный энергоблок. Это как в системе кровообращения человека. Вся электроэнергия равномерно распределяется по периметру всей станции. Нечто похожее на таинственный бункер, как в фантастических фильмах. Однако разгадка там, впереди. На подстанции всегда жарко, несмотря на то, что работает система охлаждения. Причина – генераторы и несколько тысяч вольт, которые обеспечивают движение подвижных составов. Ну, для того, чтобы работать на этом оборудовании, нужна высшая группа допуска, это пятая группа допуска. Постоянно, периодически сдаются экзамены, проверка знаний. Универсальность этого оборудования в том, что если вдруг подстанция оказалась обесточена, аккумуляторы будут работать еще в течение часа, обеспечивая свет на станции. Вообще, за 30 лет работы новосибирского метро отключение и комплексная перезагрузка подстанции случилось один раз. К счастью, это была не авария, а всего лишь в рамках программы модернизации установка новых генераторов. Расстояние от площади Маркса до станции Студенческой больше 1 километра. Весь этот путь поезд проходит примерно за 1,5 минуты. Нам понадобится больше, ведь мы пешком. Ночью здесь абсолютно безопасно. Контактный рельс, который и является проводником электричества, полностью отключен. Между каждой станцией в тоннелях в это время работают ремонтные бригады. Их задача – визуальный мониторинг подземных путей, фундамента и коммуникаций. Сейчас мы находимся на глубине примерно 15 метров. Не удивляйтесь, это не предел. Здесь под платформой система вентиляции. Другими словами, легкие метрополитена. Несколько десятков воздушных камер каждую минуту гоняют свежий воздух по всем уголкам подземки. При этом сам тоннель в буквальном смысле напичкан датчиками мониторинга загрязненности и задымленности кислорода. Вот он обеспечивает подачу воздуха до 240 кубических метров в час. И этого вполне достаточно для того, чтобы... Чтобы комфортно жить. Комфортно, да. Ночью в тоннелях жизнь кипит. Инженеры, обходчики, электрики. Каждый наизусть знает свой фронт работы. Здесь под землей нет такого понятия, как русский авось. Все под неусыпным контролем. Десятки видеокамер, полная автоматика и все ради безопасности. Ну вот мы и на станции Студенческая. Ощущения непередаваемые. Лучше это увидеть своими глазами. Но опять же, в целях безопасности это запрещено. В нашем метрополитене используется подвижной состав, и составы состоят из 4 вагонов.
то есть это 80 метров длины. Хотя платформы пассажирские предназначены для составов из 5 вагонов. И в дальнейшем, в перспективе, метрополитен наш, видимо, пойдет по пути именно внедрения 5 вагонных составов. Всю ночь специалисты готовили подземку к очередному рабочему дню. Самое напряженное время для метрополитена – это утро и вечер, когда пассажиропоток достигает до 10 тысяч человек в час. И за каждым нужно приглядеть. Здравствуйте. Один жетончик, пожалуйста. Присматривать за нами, точнее, за нашей безопасностью, начинает сразу после того, как мы оказались в вестибюле метро. Камеры видеонаблюдения, нанокомплексы по обнаружению наркотических и взрывчатых веществ, металлоискатели и средства радиационной защиты. Но вообще главным здесь остается человек. Он всегда принимает последнее решение. Под обычную процедуру досмотра сотрудниками безопасности метрополитена может быть приглашен любой из пассажиров. Специальное рентгеноборудование, сканирующее устройство и четвероногие друзья человека абсолютно безобидны для здоровья людей. При этом они в считанные секунды обнаружат любые запрещенные предметы. Мы решили провести эксперимент. Вот такой контейнер с образцом взрывчатого вещества мы уберем в сумку. А затем посмотрим, как собака среагирует на гексоген. Больше 70 миллионов пассажиров в год. Современная система безопасности настолько уникальна, что способна распознать любого человека, находящегося в розыске, если он в базе данных МВД или спецслужб. Благодаря единому ситуационному центру обеспечивается целенаправленное и безошибочное выполнение всех задач метрополитена. На сегодняшний день ситуационный центр существует только в Московском, Санкт-Петербургском и Новосибирском метрополитене. У нас это структура, которая координирует работу всех служб метрополитена, всех подразделений метрополитена, как по обеспечению безопасности, не только транспортной безопасности, но и эксплуатационной безопасности, так и по вообще выполнению всех нужд эксплуатационных данного предприятия. Новосибирский метрополитен никогда бы не смог стать самостоятельной, а главное безопасной транспортной системой мегаполиса, если бы не имел своих ресурсов по подготовке и эксплуатации вагонов и подвижного состава. Депо – место, где метровагон, прежде чем отправиться в большой путь, будет разобран специалистами на болтики и гаечки. Другими словами, подвергнется тотальной проверке всех механизмов. Для обеспечения пожаробезопасности вагонов, они оснащены у нас специальными датчиками, извещателями, которые обеспечивают в случае возгорания. Извещение, звуковой сигнал идет для машиниста, и при определенных манипуляциях машинистом на пульте управления высветится, значит, номер вагона и непосредственно контролируемая зона. В кабине электропоезда столько кнопочек, датчиков, рычагов, приборов. У меня, честно, в голове не укладывается, как это все укладывается в голове машиниста. Одно можно сказать, над этим поездом трудился не один десяток специалистов высшего звена и доверит его в руки только истинному профессионалу. Сегодня в Новосибирском метрополитене работают почти 2000 сотрудников, и подавляющее их число в прямом или косвенном отношении отвечает за пассажиров. Поставленная руководством 3 года назад сверхзадача по модернизации и обеспечению безопасности в подземке была выполнена в полном объеме. Однако останавливаться на достигнутом никто не собирается. Когда мы проводили круглый стол по транспортной безопасности здесь с участием представителей Министерства транспорта, Государственной Думы, регионального правительства, здесь тоже на нашем уровне мы поставили ряд вопросов. Определенные условия, по которым должны работники работать, и внесение в единый справочник данных профессий, потому что сейчас этого пока до сих пор на федеральном уровне не решено. Это обязанности, права, полномочия работников транспортной безопасности. И хочу отметить, что в принципе живо прошел этот круглый стол, и наши предложения были восприняты, что
Эту работу надо продолжать. Новосибирское метро. Каждый день здесь о нашей безопасности заботится десяток служб и сотни специалистов. Большинство пассажиров даже не думают, как это работает. Они встречаются, влюбляются, торопятся. В конце концов, живут своей жизнью, которой подземка – лишь маленькая станция большого пути.